Первый месяц лета мы готовились на соревнования, особо мне не получилось отдохнуть. А другой месяц я уехала к родным домой, там отдыхала, потом съездила на море, позагорала. Но особо не получилось отдохнуть, так как все это совмещалось с тренировками. Да, я вообще круглый год всегда себе все позволяю. Просто перед соревнованиями иногда чуть-чуть убираю запрещенное, а так я всегда все себе позволяю. Сейчас у нас пока мы втягиваемся, у нас такой режим, ну так скажем, лайт. Но я думаю, что со следующей недели мы уже начнем серьезно готовиться. У нас скоро Кубок Москвы. И потом мы уже будем готовиться на более серьезные соревнования. У каждого спортсмена есть одна мечта – стать олимпийской чемпионкой. Ну, просто снится золотая медаль, и просто, что я испытываю все эти эмоции и чувства.